Друзья, всем привет, на связи Давид Рязаев, Национальная ассоциация аукционных брокеров. Сегодня мы работаем из полей, мы купили для нашего уважаемого инвестора коммерческую недвижимость. Мы сейчас в городе Санкт-Петербурге, улица Васи Алексеева, 26. У нас 198 квадратных метров, это коммерческая недвижимость. И, кстати, выкупили у должника свидетели Иеговы. Их 20 апреля 2017 года на территории Российской Федерации Верховный суд России признал эту организацию экстремистской. И все их имущество выставили на аукционы по банкротству. Друзья, сейчас мы с вами сделаем детальный обзор. Сразу скажу по цифрам. Объект ликвидный. Его рыночная цена 16 миллионов рублей. Для инвестора купили за 10 миллионов 51 тысячу рублей. Взяли 3% комиссии. Почему такая маленькая комиссия? Это уже наш постоянный инвестор. Мы не первый объект ему выкупаем. В общем, друзья, пойдемте вместе и посмотрим этот классный объект. Вот такой вот у нас тут коридор. Симпатичное зеркало. Вот, ну и собственно, вот тут вот у нас была гардеробная. Вот это подсобное помещение. И помещение четко разделено на два зала. Зал номер один. Свет мы, к сожалению, пока включить не можем по ряду причин. Вот. И вот тут вот, собственно, проходили лекции свидетели Иеговы. Кстати, очень удобные мягенькие скамеечки. Вот тут такая небольшая сцена, лавочки. А теперь давайте я вам покажу зал номер два. Вот, ну, в принципе, по квадратуре точно такой же. Имеет сцену. Это у нас идут лавочки. И вот это, собственно, второй выход. Вот. По цифрам, 198 квадратных метров этот объект имеет. Его рыночная цена 16 миллионов рублей. Для инвестора мы купили за 10 миллионов 51 тысячу и взяли комиссию 3%. Почему такая маленькая комиссия? Потому что уже постоянный инвестор, и постоянным инвестором мы делаем скидки на наши комиссии. Пойдемте, я вам покажу дальше подсобные помещения. И вот тут у нас идет вот такая подсобочка, кстати, полностью укомплектованная. Тут у нас санузел раз с туалетом, санузел два с туалетом и третий большой такой санузел. Кстати, тут всякие тоски обратите внимание. Юго-западная, тут графики видят. Так, друзья, вот мы с вами осмотрели данный объект. Мы уже находимся у нас в офисе в городе Санкт-Петербурге. Давайте я вам расскажу, как вообще мы нашли инвестора, как рекламировали данный объект, как участвовали в торгах. Я уверен, это будет вам интересно. Итак, мы действовали по своей уже отлаженной пятишаговой технологии. Простые 5 шагов, объект промониторили, нашли его на площадке. Кстати, участвовали на площадке МЭЦ, межрегиональная электронная торговая система. Второй шаг, мы данный объект проверили на юридическую составляющую, на финансовую составляющую. Проверил наш эксперт-аналитик, который у нас работает в ассоциации. Третье, мы выставили его на Авито. Скринкаст я приложу, как мы его выставили, там будет объявление, можете взять его, использовать без проблем, нам не жалко. Четвертый шаг, мы поучаствовали в торгах, предварительно подготовив документы, мы участвовали сразу в интересах инвестора, то есть сразу мы выкупали данный объект на инвестора. Я уверен, вас интересует список документов, которые мы подготавливали. Для участия на площадке нам понадобилось 10 документов. Давайте я вам их сейчас зачитаю, и также скрин с перечнем документов я для вас приложу. Итак, мы подготовили паспорт ИНН с НИЛС. Это мы, нотариальная доверенность от инвестора, агентский договор,
паспорт инвестора, ИНН инвестора, ОГРН-НИП инвестора. Мы участвовали на ИП инвестора, вот, и сделали выписку из ЕГРИП. И также платежное поручение о внесении задатка. Друзья, для вас в качестве бонуса я приложу агентский договор, чтобы вы могли участвовать для своего инвестора. Нам это не жалко, подарок вам от меня. И подготовили документы, внесли задаток, и дальше что мы делали? Вот, мы участвовали в торгах. Давайте я вам сейчас покажу площадку, где непосредственно располагался данный лот, и уже протокол торгов. Мы участвовали на площадке МЭЦ. Вот вы видите на своих мониторах данную площадку. Должник у нас местная религиозная организация «Свидетели Иеговы Ладожская». Лот номер 384. Торги завершены. Было подано 3 заявки. Вот, и наша заявка была победная. Также я скачал протокол торгов. И вот обратите внимание, протокол номер 40253 от ЭПП 384. Вот обратите внимание, участвовало 3 заявителя. Общество с ограниченной ответственностью БВС «Недвижимость». Завьялов Иван Юрьевич и Рязаев Давид Викторович. Вот ценовые предложения участников данной торговой процедуры. И вот обратите внимание, моя цена была победная. Мы предыдущего участника обогнали порядка на 200 тысяч рублей. Данную цену мы согласовали с инвестором. Напомню, рыночная стоимость данного объекта 16 миллионов рублей составляет. Поучаствовали в торгах, данный объект выиграли, пришел протокол торгов. Следующий наш шаг был, это мы заключили договор купли-продажи с конкурсным управляющим. Инвестор его подписал, и следующий шаг был, это вступление в собственность данного объекта в Росреестре. После того, как инвестор и конкурсный управляющий подписали все необходимые документы для регистрации, мы подписали с нашим инвестором акт, подписали акт оказания услуг по агентскому договору, где было прописано сумма наших комиссионных вознаграждений. Первая сумма это была 5000 рублей, это несгораемая сумма. Это за то, что мы подготавливаем документы. И непосредственно уже сумма комиссионного вознаграждения победы в торгах. Данный акт я также приложу. Вот. Друзья, на этом у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки. На каждый комментарий я отвечу лично. Увидимся с вами в Национальной ассоциации аукционных брокеров.